Ой, вот беда-то, беда-то какая, ой. Что случилось-то, бабуля? Выкладывай. Ой, кошелек-то у меня раскрылся, и вся пенсия раскатилась. Вот беда-то, ой, ой, кто бы помог набрать? Да блин, да некогда мне, бабуля, я опаздываю я. Ой, беда-то какая, как же я теперь буду-то, ой, я из голоду помру. Вот черт же, а? Ладно, сейчас быстренько все соберем, не боись. Давай, поехали, вали, вали. Ой, а что это он там такое вывалил, тёрка? Тяжело. Нет, так просто не поднять. Ну-ка, ну-ка, что тут такого полезного может быть? Блин, я так ноги намочу. Надо бы как-то чем-то этот кораблик подцепить. А? Не-не, нафига мне этот мусор-то? Зажал кто-то тут одну монетку. Блин, намусорили тут, напросячили, насвинячили. Эх, люди, тоже мне человеки. Эх, не достать. Руку-то не просунуть никак. Надо бы выпилить эту решетку или сломать как-нибудь. О, дверь покрасили наконец, а то ходят ручаки и всякие неприличные буквы пишут. Эх, не достать! Руку-то не просунуть никак! Надо бы выпилить эту решетку или сломать как-нибудь. Ну-ка, ну-ка, что тут такого полезного? Так, рукоятка есть. Но мне чуть кажется, тут что-то такое еще такое нам приделать, чтобы пилить, а то глупо как-то. О, блин! Там явно что-то есть. Надо бы разбить эту хрень, разбить. Не, ладно, даже... Палочка, блин, выручалочка. По жопе скучалочка. Вещь-то, конечно, нужная. Только что-то я сомневаюсь, что она мне нужна. Пока. Не, надо попробовать как-то по-другому. Ничего не выйдет. Не, надо попробовать как-то по-другому вообще. Кирпич в дамской сумочке одна из самых нужных вещей. Мало ли чего. О, блин! Ой, вот беда-то, беда-то какая, ой. Не-не, нафига мне это... Это в окно типа заглядывать неприлично. Ну и что это у нас здесь? О, дверь покрасили наконец. А то ходят тут всякие неприличные буквы пишут. Не-не, нафига мне это? Больше было монеток-то. Поищи еще хорошенько.